Что глобально поменялось в мире и для нас, как для компании? Ну, собственно, ломают всех. И ломать стали всех очень-очень жестко. Чем раньше уязвимость будет обнаружена, тем дешевле ее будет исправлять. 90% того, что сделано не для России, в России работать не будет. До того, как я попал в сферу информационной безопасности, меня абсолютно не интересовали уязвимости на проекте. Надо правильно подавать те идеи, которые вы хотите продвинуть. А сейчас будут галимые факты. Если до этого вы слышали теорию, то сейчас будут только пруфы. Код — это, в общем, почти весь код, но просто там еще не искали. Если вы пишете прямо ядро, пожалуйста, используйте LSMPK. Если вы не пишете ядро, пожалуйста, ищите другой выход, а лучше все перепишите. Большинство начинающих аналитиков начинает именно с веба и мало что знает про безопасность именно в мобильных приложениях. Мы сделали платежную систему МИР, а главное — мы сделали СБП, и теперь каждому может переводить деньги без разницы на какой банк и какого он цвета. Здесь обычно аплодисменты идут. Кто не хлопал, тот будет с комиссии переводить, продолжать.